Вегетаріанством називають систему харчування, засновану на продуктах рослинного походження, і унеможливлюють споживання продуктів тваринного походження. Останнім часом вегетаріанство захопило столицю, зокрема. Недарма у Києві все частіше відкриваються модні заклади без продуктів тваринного походження. Чи є такий спосіб харчування достатньо якісним для нашого організму? Та чи можна долучати дітей до вегетаріанства? Про це говоритимемо з веганом Мариною Ганесовою та дієтологом Мариною Шалех. Марини, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Доброе утро. Для початку, вегани і вегетаріанство. Все ж таки, в чому різниця? Ну, во-первых, по строгості соблюдення, да, того или иного направления, да, веганства, это намного жесткая придержка рамок исключения практически всех продуктов питания животного происхождения. Вегетарианство предусматривает различные есть течения. Кто-то употребляет яйца в свой рацион, внося, кто-то молоко, и тем самым это уже не считается такое строгое и более полноценное питание, я так считаю. Пані Марино, вы какой философией дотримуетесь? Я, наверное, ближе, наша семья, скорее всего, да, ближе ко второму. Вот. И для нас уже это богатый опыт, это 18 лет, то есть у нас 9 детей, и поэтому, наверное, мы к этому пришли, чтобы искали способы, наверное, оздоровления. Это одно из средств вот, здорового образа жизни, можно так сказать. Якщо підійти з медичного боку, скільки років, скільки часу людина може утримувати себе від продуктів тваринного походження, і щоб це їй не нашкодило? Вот слово правильно удерживать. Не нужно ничего удерживать. Во-первых, нужно знать, как человек пришел к этому. Бывают разные ситуации и проблемы со здоровьем, когда просто начинаются проблемы с почками, и врачи видят, что в крови есть повышение креатинина, мочевины, то есть этих токсических веществ, которые образуются в процессе переваривания белков, мяса, да, в частности. И человек вынужден отказаться от этого, потому что почки не справляются. Второе, это может быть, он посмотрел просто банально какой-то фильм или побывал на мясокомбинате, и у него просто теперь отвращение, он видит, как это страшно, он не хочет больше к этому иметь какое-то отношение. Либо он следит за какой-то звездой, и вдруг она по телевидению говорит, все, теперь я вегетарианец, и я тоже теперь тоже хочу быть. А кто-то действительно пришел к этому, побывал на родине, да, имеет это в своем жизненном кредо, как уже как религию, как вероисповедание, как такие ритуалы, которые он знает, секреты, он к этому пришел не просто так. Пані Марино, як прийшли ви, ми дізналися, власне, ви відразу всією родиною почали притримуватися, чи все ж таки спочатку на собі пробували? Я, мабуть, більше на собі попробувала спочатку, а потім дети, я увидела результат, то есть, что... Что изменилось? Это... Для нас это было просто открытие, наверное, всех возможностей. Я увидела другими детей, себя. Это больше знакомства с собой, со своим родом. Это другое отношение к жизни, изменение мировоззрения. Вот, сейчас мы живем в родовом поместье, это просто естественно, потому что осознавая, что вокруг нас очень много овощей, фруктов и всего того, что дает природа, земля, не дает одно, как в этом году, да, померзли абрикосы, дало другое. То есть достаточно всего, что насыщает нас, наш организм, дает все, что нужно. И физического здоровья, и всех остальных, для всех остальных наших тел. А как дети, они спокойно перешли на эту систему харчування? Конечно, чи все ж таки намагалися вхопити щось? Ну, конечно, нет. Мы же до этого ели все, что хотелось. Питались, как обычно, питались. То, что в семье, как мы выросли, в каких мы выросли условиях. Вот. Конечно, это был переход. Это был переход для детей. Одному было тяжело, другому вообще легко. То есть интересно тоже было. Сейчас дети тоже, вот как вы сказали, что
взрослые дети, они хотят есть рыбу или яйца, они едят. То есть у нас нет строгих мер, там это ешь, это не ешь. Угу, да, нет да. Вот такого. Потому что самое страшное, когда семья, в которой вдруг родители решили придерживаться вегетарианства и также жестко удерживают и ребенка в этих рамках, даже самое опасное для детей, это действительно веганство. Что может быть для дитини? Чи корисно, по-перше, вегетарианство це для дитини? И что ей це дає або навпаки забирає? Да, есть плюсы, конечно, в вегетарианстве. Это чистые сосуды, это нет проблем с холестерином, такие к плохим холестерином, потому что все боятся его на самом деле. Угу. Это миф. Это на обмен веществ нормализуется, это и много клетчатки в питании, действительно хорошая работа кишечника, здоровая микрофлора кишечника, плюсов достаточно. Но лишая ребенка холестерина, который содержится в молоке и в яйцах, а молоко и яйца – это идеальное сочетание белков, жиров и углеводов для нашего организма, лишаем ребенка нормальное восстановление нервной системы, в первую очередь мозга, потому что 90% нашего мозга – это жиры. Вот, мы лишаем ребенка полноценного роста, усвоения всех микро-макроэлементов, потому что есть и минусы в веганстве, в вегетарианстве. Например, все белки и, вернее, все витамины с минералами у нас объединяются с белками. Образуются такие хелатные формы. И когда белка либо недостаточно, либо он неправильной форме приходит, потому что растительные белки не все 100% усваиваются, и не все они полноценные, не все они, там есть такие, которых нет. И формирование ребенка не наступает, все процессы сбиваются. А чи є, до речі, такі творені, сполуки тваринного походження, які неможливо замінити рослинними? Які є тільки, от, наприклад, в м'ясі? Во-первых, это аминокислота метионин, которая у нас в организме, за нее борется мозг и кишечник. Два мозга у нас есть, да, это уже доказано, что кишечник – это второй мозг, потому что мы когда покушали, нам сразу не хочется ни о чем думать, да, кишечник забирает на себя максимально в этот момент функцию. Вот, и именно те люди, которые приняли это как философию, которые не просто прочитали какую-то книжку, а которые изучили опыт, действительно много лет этим пользуются, они знают, как совместить ту же сою с какими-то ростками, со специями, и вот получить эту аминокислоту, которую не будет доставать. Угу. Не просто отказаться от чего-то, а знать, как это сочетать, знать, как все получить правильно. Угу. Пані Марино, чим ви замінили білки, ось ці тваринні, якими ми так дорожимо? Так. Ну, сьогодні ми робимо зелені коктейлі, ми збираємо різні трави. Вот то, что, допустим, в крапиве есть не в одном белок и все остальное. Ну, то есть наши травы, они содержат все, что есть. То есть вот. И даже попробовать то, что делается на родовых поместьях. Вот можно, будет фестиваль 16-17 в Пирогово, где съедутся жители родовых поместьй, где делают вот разные изделия, и сыроические, и конфеты, и все что угодно. Вот, и травы, и хлебцы разные, то, что выращивают в своих поместьях. Вот. Можно будет попробовать встретиться с людьми, потому что, когда попадаешь в среду, где много таких людей, ощущаешь просто атмосферу, что исходит. Вот. Наверное, это лучше окунуться вот в среду и атмосферу, чтобы ощутить, что это такое. Загалом, чи були такі моменти, коли вам просто хотілося м'яса і були зриви? Чи було таке, що зривалося? Мені конкретно ні. Ну, якщо дітям хотілося, у нас були бабушки, які їх підкармлювали. Ну, це був определений період часу, коли просто відчував, що це тобі не потрібно. Тобто, пройшла заміна на орехи, на сухофрукти, просто змінилося питання. Немножко. Я знаю, що часто вегетаріани переходять і стають веганами у випадку, коли хочуть скинути вагу. Чи дійсно це може допомогти схуднути, до прикладу? Чи це така практика? Ну, опять же, просто використовуючи цей опит як
временный, чтобы сбросить вес, не вникая во все вот тонкости, как тоже Марина рассказывает, да, зная, как все смешивается, зная, как, вернее, перенимая опыт других людей, которые эту всю философию, эту всю религию на себя приняли не просто как какое-то модное веяние. И это может быть опасно просто. Взять все, откинуть, особенно для молодых девушек, вообще... Железо женщина, как никто, должна получать из мяса. Особенно в период формирования половой сферы, потому что железо в растительных источниках не ту валентность имеет, которая бы у нас усваивалась на 100%. А женщины каждый месяц теряют железо, и это очень важно. И если девушка с периода примерно с 10 до 15 лет не будет получать практически мясо, она может быть стать фригидной. Ось так. Що ж, думайте перед тим загалом, як обирати собі свою філософію життя, вникайте в це постійно і дуже глибоко, якщо все ж таки хочете пов'язати своє життя з вегетаріанством. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. І хочу всім пожелати не бути лицемірами. Якщо ви дійсно чого-то хочете, але собі в цьому відмовляєте, це не то. Ось так. Що ж, про плюси та мінуси вегетаріанства ми говорили з дієтологом Мариною Шелех та веганом Мариною Оганесовою. Музика.